готовится город Волгодонск. Как известно, кулиса – это тонкая грань между актером и зрителем. И именно она сегодня станет волшебным проводником в нашем историческом театральном путешествии. Достойно ли смеяться под ударами судьбы? Или надо оказать сопротивление в смертной схватке с целым моем бед? Покончить с ними, умереть, забыться и знать, что этим обрываешь цепь сердечных мук и тысячи лишений, присущих телу. Это ли не цель желанная?